Всем доброго дня. Сегодня 20 мая 2018 год. Нахожусь возле Новокаховского яхт-клуба. Сегодня продолжается чемпионат Украины по водным гонкам на водным мотоциклам. Вчера начало было, я был в Херсоне, не было. Посмотрим, что сегодня будет. Вот главный вход. Не видно движения никакого сегодня. Еще не собрались. Соревнования еще не начались. Поэтому погуляем, походим. Такая капличка. Можно зайти спокойно, там никого нету. Поставить свечку, положить, если хочешь, денежки. И постоять, помолиться, подумать о чем-то. Родник на яхт-клубе. Вода очень вкуснейшая, водичка прозрачная, холодненькая. Можно покупаться, можно попить водички. Там есть кружечка. Там такой декоративный бассейн красивый. Барчик. Вот такая кружечка для всех желающих. Набрать такой вкуснейшей водички. Вот он так течет. Под мостик туда. И вытекает в Днепр. Вот мостик такой. Да, только водорослей собралось, и никто что-то не почистил, хотя бы перед соревнованиями. Вот такой вид на капличку с родника. Задняя часть подводной лодки. Такой. Ну, разрезана. Автогеном. Порезана. Вот там отсек. Какой-то. Что там под люком? Залазить не буду, может что-то там и видно. Теннисный корт. А эта площадка, я не знаю зачем, что здесь будет. Яхта чья-то стоит. По-моему, херсонская, кажется, мне как-то говорили. А там уже вот наши плавни. Острова. Вот такие прогулочные лодочки можно взять на прокат, плавни сплавать. На сутки, по-моему, даже можно. Ну, почасово плачется. Не знаю, расценки уже не помню. Там сверху есть гостиничные номера. Очень классные, удобные. Расценок также не знаю, ни разу там. Вот это частные такие катера и лодочки, мотоциклы. Потому что особо рекламы нет. Не, в интернете есть. Ну, в интернете, только вот в Фейсбуке там это непонятно. Да помогите, они все сейчас дотопят его. Он же в красном шлеме был. Ездят они, как спасать его. Все.
Да я ухожу уже. Я 10 минут. Я сейчас прокатаюсь на этом и уезжаю. А не уплывем. Итак, внимание, участники, у нас последний заезд это сейчас Division Novice Junior. Ромапау Толпин предлагает вернуться к стартовой позиции. Обязательный ознакомительный первый круг. Сейчас пойдет вам маршрут после окончания гонки. Поэтому уже не Левченко. Не поедешь в Open? Внимание, судим. Рубен Максим у нас в Open не едет. Можно его вычеркнуть из списка, чтобы не было потом недоразумений. Да, говорит Ткач Юрий, Гельницкий Антон, Гельницкий Андрей, Поляков Владислав, Левченко Анатолий и Сухецкий Богдан. После Runabout Open все должны быть на старте. Ткача сказал в начале. Очень переживательный Анатолий. Он следит и бдит за тем, чтобы все было честно и никого не забыли. Маршалы готовы. Небольшое преимущество пытается забрать ее. Ski Division Open. Да, Валерий. Кстати, я Open не видел еще сегодня. Валерий. Есть, все, увидел. Теперь на душе стало спокойно и приятно. Ткач Юрий, вижу. Егельницкий Антон, Егельницкий Андрей. Вижу. Поляков Владислав уже разминается. Анатолий. Анатолий хороший вообще. Лучший, я бы сказал. И Сахетский Богдан. Все, всех увидел. Приятно.
Итак, да, следующий заезд у нас парк Джуниор, Василенко Илья и Марченко Макар, два участника у нас. В олимпийских классах здесь члены яхт-клуба неоднократные участники морских походов и регат пересекали под парусами Атлантический океан и участвовали в регатах Rolex. Также на базе яхт-клуба есть внедорожный BRP-центр, который BRP-клуб, который участвует в организации крупных квестов, кроссов и специалист. Сейчас, наконец-то, мы вписали себя в историю яхт-клуба как аквапайкер и бициклист. Соревнования покуда приостановили. Сейчас вот баржа, проплывет баржа. Зеленые футболки. Продолжится. Маршал очень срочно, пока проходит баржа. Провести оставшиеся заезды. Ну что ж, мы готовы. Участники готовы, судьи готовы, маршалы готовы, скидывижу, давайте в жюри.
Отлично, готовится к старту. Ski Division Open, Дага, Валерий, Ткач, Юрий, Дельницкий, Андрей, Поляков, Владислав, Анатолий Левченко и Сухецкий Богдан. Через 10 минут ребята будут на старте. Есть у тебя? Нет, да? Человек еще нужен. Один для Анатолия Левченко, один для Дага Валерия. Вот один чип идет, и еще один кто-нибудь, ребята. Ребята, техническая группа или кто-то из пилотов? Один человек нужен. Не можем начать просто, потому что нет одного человека. Ski Division Open, следующий у нас Ski Division Novice и Ski Division Junior. Только Анастасия Ткач, Максим Пут, Рубин Максим. Уже летел к нему. Обратите внимание, все правильно сделал. Пилот поднял нужную руку и его возвращают на трассу. Временный перерыв перед финальными заездами. Еще три финальных заезда. Затем обед и награждение. Thank you.
Судьи готовы. Маршалы готовы. Так, два. Еще Дмитрий, пожалуйста. Спасибо. Итак, внимание участникам, внимание суду, внимание маршалу. Мы готовы. Итак, внимание! Сухецкий Богдан вижу, Ткач Юрий вижу, Егельницкий Андрей вижу, Поляков Владислав, Гаага Валерий, Левченко Анна Антоновна. Ожидаем вас. Финальный заезд. Внимание спортсменам! Всех участников ориентироваться в 3 часа. Состоится награждение. Попрошу всех быть возле сцены ориентировочно. Владимир, вы можете приходить в 4. Для вас отдельно все соберемся. Ну, посмотрим по ситуации. По ситуации, но ориентировочно в 3.
два дебила это сильно. Особисто це підтримку Зеленчука Василя Васильовича, першого заступника голови Херсонської обласної ради, та міського голови Малої Каховки Коваленка Володимира Івановича. Також дякуємо за підтримку автомобільних партнерів, офіційного дилера Porsche Morale Спорткар міста Одеса та офіційного дилера Maserati Grand Automotive міста Київ. Медіа підтримку всеукраїнський парламентичний журнал «Шкіл», який особисто для Украинской Федерации Атлатайка. Офигенно. Ну что, поздравляю пилота с окончанием гонки. Теперь вас ждет только награждение. Доставится поднимать публики. Все такое общее прочее. Напоминаю еще раз, ориентировочно на 3 часа у нас награждение. Следите за объявлениями, то просто за тем, куда люди перемещаются. Встретимся уже там. Всем огромное спасибо. До награждения. Папа. Все, ждем награждения. Закончились. И снова в родничка. Игры закончились. Соревнования. 3 часа награждения будет. Будем ждать. Так можно взять шезлонг и отдохнуть возле бассейна. Полежать. Сейчас покуда перерыв, пойду похлебаю родниковой водички. Кружечка вот здесь. Блин, водичка, опа.
Ну все, сцена уже готова к награждению. Минут через 15, возможно, начнется. Погода начинает портиться, капает дождь. В Киеве, говорят, вообще он ведущий сказал, 3 дня ливень идет. Ждем. Нашего хорошего настроения я объявляю о том, что мы... Внимание, друзья, мы готовы начинать церемонию награждения торжественную, поэтому все пилоты, все сочувствующие, все друзья, что вы показываете? Непонятно для меня. Я приглашаю всех сюда к сцене потихонечку начать собираться, потому что мы уже готовы начать церемонию награждения. Громче. Повторяю, мы готовы начинать церемонию награждения. Все пилоты, все друзья, все наши гости, все те, кто нам помогал в проведении чемпионата Кубка Украины по аквабайку и аквабайк квеста приглашаются сюда к сцене для торжественной церемонии. Приглашаются срочно, как подсказывает мне мой юный прекрасный друг. Поэтому, ребята, бросайте свои дела и идите сюда. Вот первые уже идут. Люди, спасибо им за это и подают привет всем остальным. Давайте последний раз повторяю, все приглашаются к сцене для торжественной церемонии награждения. Начнем. Давайте для начала поаплодируем друг другу. Мы закончили 2 соревновательных дня. Мы большие молодцы. Наездились, накатались, победители определились. Сезон открыт. Можно сказать, что сезон открыт и будет дальше идти семейными шагами. Надеюсь на частые встречи в течение всего лета. Вот так. Анатолий похудел, а теперь обратно возвращает свою форму, кушая на ходу даже. Приятного аппетита. Все хорошо. И начать. Давайте начнем с самого приятного, с места, где мы находимся. Огромное спасибо, давайте с широкого понимания, Новой Каховке. Огромное спасибо природе, которая создала все условия для того, чтобы могли здесь крутейшие покатушки устроить. И действительно классные условия были для Аквабайк Квеста. Очень живописная природа. Не подкачала, в принципе-то, погода. И вообще все было здорово. Может быть, пару паромов, которые проходили, немножечко внесли свои коррективы, но это не критично, все было здорово. Огромное спасибо тому месту, где мы находимся, у меня тут, естественно, целая информация. Мы находимся на территории яхт-клуба «Максимарин», он основан в 1998 году, в этом году 20 лет ему исполняется. Яхт-клуб «Максимарин» выступал организатором множества соревнований по парусному спорту среди крейсерских, олимпийских, международных и детских классов яхт. Проводил отбор на чемпионат Европы в олимпийских классах. Члены их клуба, неоднократные участники морских походов и регат, пересекали под парусами Атлантический океан и даже участвовали в регатах Rolex. И это все абсолютная правда. Также для любителей покатушек на квадриках приятная новость. На территории клуба есть внедорожный BRP-клуб. То есть здесь тоже организовываются и проводятся соревнования на квадроциклах. То есть можно сюда приезжать и наслаждаться ими. Давайте начнем с того, что огромное спасибо беговым матросам, механикам, кухне, которая нас вкусно кормила и до сих пор продолжает это вкусно делать. Поаплодируем принимающей стороне. Давайте, не жалейте ладошки. Всем, кто здесь я клубе делал нам приятно, хорошо и позволил классно провести соревнования. Ну и, конечно же, огромное спасибо Дадыке Максиму. Есть он, я не знаю, где он находится сейчас. Если ты слышишь нас, Максим, тебе большое спасибо от нас всех. И огромное спасибо, прям невероятно большое спасибо от всех нас, от всех пилотов, от всех. Генеральному директору яхт-клуба «Максимарин» Александру Владимировичу Дадыке. Александр Владимирович, если вы здесь, то слышите, я приглашаю вас подняться сюда. Если есть у вас на приятное словцо, давайте будем хлопать, пока он не дойдет сюда. Давайте, не скупитесь. Аплодисменты, жму вам руку, очень рад. Как подчеркнул ведущий, мы действительно проводили очень много соревнований различной направленности. Касаемо аквабайка, мы проводим это впервые. Для нас это тоже новый опыт, новое впечатление. Как говорится, мы сделаем новые выводы в лучшую сторону. Как другие соревнования, в том числе аквабайк, проводить более качественно, успешно. Ну, на самом деле, для чего мы все собрались?
прежде всего спортсмену погонять, показать свое мастерство, победители заслуженно достичь результатов. Мы рады за всех победителей, особенно те, кто постарался лучше всех, и кто ездил на аквабайках, это непростое занятие, это вам не на море покататься 2 минуты. Это сложная штука и физически, и морально. И вообще любой технический вид спорта, он очень травматичен. И я рад, что все живы, здоровы, в хорошем настроении, получили много удовольствия. Погода благоволила нам, атмосфера была дружественная, без, не знаю, без негативных вещей. Это очень важно, в какой атмосфере все это проходит. Ребята вот молодые, Саньку я давно знаю, 100 лет, проявили все свои таланты для того, чтобы эти соревнования вообще произошли. Я думаю, им тоже было нелегко. Поэтому я хочу поздравить вас всех от яхт-клуба, от организаторов, от принимающей стороны, от нашего города, с завершением этих соревнований. И помните о тех впечатлениях и моментах, которые принесли они вам. Я думаю, вы люди активные, поэтому у вас, наверное, много таких впечатлений. Жизнь должна быть наполнена, жизнь должна быть ключом. И вы еще являетесь для многих примеров, как и для своих деток, и для других, наверное, детей. Это здорово. Я вас поздравляю. Молодцы вы все. Много спасибо, Александр Владимирович. Надеюсь, первый, не последний был раз. Я не знаю, как остальные, я надеюсь, вот это будем так. Вам было хорошо с нами? Конечно. Все, превосходно. Продолжаем говорить спасибо. Действительно, много друзей, много людей, которые нам помогали очень сильно. Величезна подяка за підтримку міського голови Нової Каховки Коваленка Володимира Івановича та нереально велика. Неймовірна людина. Дійсно, зробила дуже багато для того, щоб відбулося це свято гідроциклів. Це Зеленчук Василь Васильович, перший заступник голови Херсонської облради. Величезна подяка йому. І для того, щоб її передати, я викликаю сюди, будь ласка. Андрій Васильович, ви тут? Так, я про вас. Андрій Васильович Зеленчук, ваші обласки, людина, яка зустрілася передати наші слова, наше тепло. Та ще невеличкий презент, будь ласка. Давайте. У кабінеті, хто каже. Так, ні словом, а ділом просто. Я б за вас голосував. За все. Ну, прописка у меня не херсонская, к сожалению. Это намек. И все, шутки. Идем дальше. Все-таки давайте слова благодарности еще потом. Немножечко поговорим. Сейчас перейдем к главному. К награждению. Мы-то ездили не только для того, чтобы получить удовольствие. У нас есть результаты, есть победители, есть, к сожалению, проигравшие немножечко. Но это все, естественный спортивный процесс. Спасибо тем компаниям, которые помогают нам сейчас выдавать подарки. Их можно видеть, логотипы уже здесь рядышком, но я продублирую. Это компания «Логоспорт», офіційний дистриб'ютор продукції BRP в Україні, та велика подяка «Алекс» – смак дорослих розваг. Перший креативний коньяк у стилі «Фьюжн». І я перехожу непосредственно к награждению. Первый класс, который будем награждать – «Ski Division Junior». Ваши аплодисменты. Место. Вас объявляют, вы выходите, получаете приятности, делаете фотографию, кланяетесь, уходите. Такая схема работает для всех. За занятое 3-е место в классе Ski Division Junior награждается Полякова Анастасия. Ваши аплодисменты. Вы хотел не уходить. Ладно, спасибо. Ski Division Navice. У нас ездили вместе Navice и джуниоры. За это 2-е место Ski Division Navice награждается Рубан Максим. Ваши аплодисменты.
И, как говорится, маленький дал даленький. За занятое первое место Ski Division Junior награждается Ткач Максим. Ваши аплодисменты. На лучшем из лучших класса Ski Division Novice и Ski Division Junior. Давайте все вместе похлопаем, ребят. Первый забирает награды и официальную наградительную часть. Спасибо. Фотография сделана. Продолжаем. У нас был такой небольшой эксперимент, который, я считаю, удался, и покатушка была очень здоровская, очень веселая. Три заезда от Магарева в классе Ski Division All. Рубило было нешуточно. И у нас есть первых три места. Занятое третье место в классе Ski Division All награждается Егельницкий Андрей. Ваши аплодисменты. Жму руку остальным. Я читаю. За занятое второе место класс Ski Division All награждается Левченко Анатолий. Ваши аплодисменты. И за занятое первое место пёр как танк. Это было, конечно, не шуточно, это было очень здорово, очень зрелищно, очень красиво. И он уже встал. Правильно. За занятое первое место Ski Division All Сухецкий Богдан. Ваши аплодисменты. Спасибо, спасибо. Общая фотография обязательно. Можно еще похлопать всем. Ski Open. За занятое третье место награждается Кучерявенко Олег. Ваши аплодисменты. Да, слушайте, слушайте Александра. За занятое второе место класс Runabout Open награждается Василенко Дмитрий. Ваши аплодисменты. Серьезный заезд для серьезных мужчин. И первое место. Лучший из лучших класс Runabout Open. Кучерявенко Владимир. За занятое второе место в классе Runabout Spark Junior награждается Марченко Макар. Ваши аплодисменты. И Runabout Spark Junior первое место. Самый лучший, самый быстрый, самый мощный оказался Василенко Илья. Ваши аплодисменты. Ветеран награждается Ткач Юрий. Ваши аплодисменты. За занятое второе место Ski Division ветеран награждается Левченко Анатолий. Ваши аплодисменты. Весь набор призов и подарков. Да, мастера ветераны у нас имеют это вот. Иначе. И за занятое первое место в классе Ski Division ветеран награждается Сухецкий Богдан. Спарка, третье место. Кучерявенко Олег, ваши аплодисменты.
он уже не спал. И последний диплом моих руках. Первое место. Роман Успак. Награждается. Калюжный. Огромное спасибо, конечно же, Я думал, что натурально. Все прошло на высшем уровне, без травм. Все, давайте, судьи, маршал, уехали. Директор трассы, куда ты садишься? Давай, ваш аплодисмент, директор трассы. Почему в руке я не могу понять? Конечно. И отряд потолок. Сегодня не напиваемся, я напоминаю. Ну, хотя бы не сильно. Следим на все фотографии, где можно будет найти. Группа в Фейсбуке, группа там, Инстаграм. Следить за календарем мероприятий можно там же. Нас ждет еще несколько этапов чемпионата. Ребята, принимающие стороны, давайте на 3-4 спасибо. 3-4. Спасибо! 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 Все закончилось, идем домой. Всем пока, до свидания.